Ребят, вы на канале Добрый Пелвин. Сегодня я буду играть в Fortnite. Как вы знаете, Fortnite — это очень популярная игра, которую могут даже сыграть все мои подписчики. Так что у меня, если хотите поиграть в Minecraft, Super Monkey Ball, Lego City Undercover или мотоциклы, пишите в комментариях. Но я в конце видео покажу еще много игр, которые я скачал уже в PlayStation. Как вы знаете, что я уже говорил, что Fortnite — это очень популярная игра. И вот. И она, можно скачать ее бесплатно, но нельзя скачивать ее. Например, как на iPhone, на Apple. Просто все Apple нельзя скачивать. Только хакеры могут скачать. Но если вы давно-давно скачали, когда Apple разрешал играть в Fortnite на Apple, то вы везунчики. Но прикол в том, что когда выходят обновления, вы не можете играть в Fortnite. Только надо делать вещи, только на телефоне вы можете играть в Fortnite. Вот так. Так, сегодня я буду, наверное, сыграю две карты. Яма, называется такая карта, и 100 баллов. Давайте начнем с ямы. Яма я уже играл, она очень классная игра, если честно. Но я расскажу, что такое яма. Яма — это надо тебе спускаться с парашютом, как ты хочешь. Без парашюта. И ты должен убивать, ты сам играешь. Ну а в 100 баллов, ты должен сыграть. Ты должен получать баллы, монеты. Ну, и ты играешь, конечно же, в команде. Потому что 100 баллов — это такое, как домик, и тебе надо сражаться с другими. Кто не знает, что это такое Fortnite, сейчас вы все увидите. Я играю в Fortnite уже где-то с 8 лет, когда мне уже купили. И да, мне очень нравится эта игра. Конечно, некоторые мои друзья уже перестали играть в Fortnite, потому что говорят, что она вышла из моды, но это не так. Почему-то, если бы вышла из моды, никто бы сейчас, вот как вот эти люди, сейчас бы я их не видел. Но. Ой, блин, я вспрыгнул. Ребят, придется сейчас возражение. Из-за того, что я случайно прыгнула куда не надо было. Я говорю, которые ружки очень классные. Миниган, но миниган я брать не буду. Какие тут винтовки. Винтовки очень классные. Я покажу одну вещь, которую вы можете использовать всегда, когда хотите. Так, бежим. Короче, тут ничего нету. Есть одна вещь, которая... берите любое. Или вот это, или вот это. Я люблю... Вот это, но я беру это, потому что фиолетовую лучше не брать, я вам говорю. Она очень плохая. Ну, она нормальная, но она хуже, чем золотая. Я вам говорю. Тут особо фиолетовую никто не берет. Тут выбор очень легкий. Мне нравится это, кому-то нравится это, кому-то вообще нравится это. Берите абсолютно все, что вы захотите, но я рекомендую... оружие, которое вы можно хорошо поиграть. Очень легко. Берете вот это, чтобы там лазить, не знаю, по всяким, там, не знаю, там, постройкам. Ну, очень легко дня. В общем, берете и просто вот так, сейчас я не могу, потому что это запрещено. Берете вот это очень долго, я рекомендую очень сильно брать рыбу. Рыба, она очень хорошая, но посмотрим. Так, ну и все. Вот, смотрите. Вот все, что вам надо взять. Больше ничего брать не надо. Ой. Что-то вышло из кадра у меня, что-то оно. В комментариях я напишу мой TikTok. Кто хочет, заходите, там очень классного контента. Ну, у меня 3000 подписчиков. Очень много ребят. Ну, два видео популярных. И дальше тоже иногда. Ого! Я уже скину.
Блин, убил, конечно, легко, ну ладно, это ничего страшного. Потому что главное в этой игре это не проиграть. Я сейчас на предпоследнем дне. Ну, не на предпоследнем, я пока что среди двоих. Все, первого убил, я уже остаюсь так же, потому что очень тяжело сыграть в Fortnite, еще на таких условиях, да, ты еще в одиночном, так как столкновение в Brawl Stars. Ну, мне, вот, мне лично уже надоел Brawl Stars, ну что там, на кнопки, да, я убил, все вы видели, без читов, я играл без читов. Блин, да, я проиграл, ничего страшного, ничего страшного. Так, сейчас камеру хорошо сделаю, чтобы вы все видели. Ничего страшного, проиграли и что? Ничего страшного. Короче, как вы видите, вот как играется яма. Мы еще чуть-чуть, наверное, 5 минут поиграем и перейдем к следующему. К следующему раунду. Ну, к следующей карте. Эти карты создали сами игроки. Да, сами игроки. Вот это да, вот это было зря. Вот это было зря, если честно. Вот это было зря. Я вообще с подписчиками разговариваю, ты чё? Да, меня он убил. Ну ладно, ничего страшного, потому что это ж, ну, я не знаю. Кто психует, я не понимаю вот этого. Хотел бы взять это оружие, но нет, нельзя брать оружие, если вам это нравится, там, или скин кого-то остался, как вот у золотого чела. Вот, надо вот так просто побить. Иногда можно тимиться, но это очень редко, когда ты с кем-то тимишься. Это очень такое редко бывает, конечно. Да, меня убили, ладно, ничего страшного. Не психуйте, это всего лишь игра, зачем психовать? Но, самое главное. Ладно. Ах, как хочу это оружие взять. Йоу! Я могу сюда, наверное, вот так еще. Блин, не получилось то, что я хотела. Блин. Yes, и... ладно. Ничего страшного, он меня выиграл. Да. Из чего? Из-за вот этого? Нет. Он взял вот это оружие. Я очень редко играю с этим оружием, потому что оно мне не нравится. Но когда ты играешь в бой отряда, соло, или вдвоем, или там трио, то берите. Это очень обязательно. Оно очень хорошая оружка, я вам отвечаю. Никто не... я иногда беру... у меня было очень много золотых вещей, там, фиолетовых. Это очень хорошо. Фиолетовый тоже легендарный, но есть легендарнее. На. Убей. Ладно, меня убили, ничего страшного. Всего лишь игра. Кто не заметил, что я на телеке играю? Я же на PlayStation играю. Да, никто еще не знал. Когда у меня появилась PlayStation, я сразу захотел поиграть. Но из-за того, что надо было там делать вещи, да, то-то-то, я сам разобрался. Моя мама ничего не знала делать, как это все делать. Дети 2021. Да, сейчас дети вообще с ума сходят с этими игрушками, вот эти, да. Где ты? Блин, он сверху был. Ладно, ничего страшного. Еще 2 минутки и будем играть в другую игру. Да, конечно. Он пошел отсюда. Я очень редко, очень много строю. Я могу сейчас построиться хорошо. Я просто не люблю строиться. Строюсь я вот, блин, видите, что я не люблю строиться? Потому что меня
что-то происходит постоянно. Надо быть очень аккуратным. Так, это мое. Так, да. Открываю. Делаю так. Вот сама высокая башня, которая тут есть. Но, я могу опередить. Знаете как? Просто строится. Смотрите. Вы думаете, это ты это в жизни не сделаешь? Ну, сейчас увидим. Ой, блин. Да ты середину даже не дошел, но... Да, я даже до середины не дошел, но... я уже выше середины. Что-то плохо увидел. Да, конечно, вчера-то видео очень классно было. Так. Ну, я уже почти как это здание. Еще чуть-чуть. Надо вот тут вот делать местности. Надо вот так. Видите, вот так вот надо делать. Короче, из того, что блин, надо вот так кубры. Да, я испанец. Ну, наполовину испанец, наполовину русский. Короче, надо хилиться. Не похилюсь, умру. 100 баллов скоро будем играть. Так, что? Нет, не вздумайте рушить. Не могу знать. Так, да? Я рушу. Да. Там где-то это начинается. Так, пойдемте туда. Я могу поиспользовать это, очень классно. Ну, я думаю, зачем рушить, если я могу просто подойти к ней. Вот туда. Опа. Да, кто-то зарушил мое здание, любимое. Ну ладно. Так. Могу сделать выше здание. Чем я это сейчас и займусь? Да, кто-то строил это здание. А я продолжу строить. Вы думаете, что-то я делаю, но так надо делать вообще-то. Так прилично, так надо делать, потому что, чтобы много места было, понимаете? Вот. Блин, зря я это сделала. Вот так. Можно вот так даже поделать, знаете, вот. Блин. Вот так вот. Построить, вот так вот. Блин. Вот так. Знаете, это легко дня, но... Видите, вот до отсюда дошел. Ну, да, это нелегкая сделка. Не надо очень тяжело это делать. Именно для меня, потому что... Блин, я еще и видео снимаю, надо как-то отрудиться. Так, давайте уже, наверное, все. Давайте, дойдем просто. Разрушим всех там. Давайте еще чуть-чуть достроимся. От когда конец будем, уже будем играть. Да. Ну или пока все уберется. Потому что здания очень большие. Посмотрите, какое я здание красивое сделал. Потом мы можем посмотреть на него. Так, я думаю. Мне кажется, или я скоро. Интересно, да, кто там? Поехали туда. Все поехали туда. Понимаете, насколько это классно? Это понимаете? Нет! Фух, да, это иногда очень... Кто-то уже разрушает это все. Зачем? Посмотрите, полюбуйтесь. Я могу пойти куда-то. Вы посмотрите, я уже больше стен.
ну, не я, а другие там люди, почему, почему-то они не хотят. Посмотрите, мы скоро доберемся очень далеко. Я иногда так делаю, чтобы никуда не упасть. Ну, я в яму очень редко играю, потому что тут надо микрофон, тут очень много людей, надо очень много микрофона. Так, ну, немного я говорю. Да, очень тяжело. Только не ружьи это. Надо вот отсюда дойти, тогда я смогу нажать. Блин, только не это. Да хватит рушить. Надо теперь как-то... Могу. Так, теперь надо туда. Я очень хорошо пользуюсь этой штукой. Надо вот туда сейчас. Пожалуйста, это моё... Ну, не как бы моё. Как бы моё в случае... В моём случае это... Половину мою. Потом можно куда-то забраться. Так, туда давай. Да. И тут, где, наверное, упал, да? Дальше строимся. Я люблю иногда строиться. Вау. Ну да, выше уже нельзя, наверное, делать. Я могу еще выше делать. Скажите, пожалуйста, когда все. Нет. Никак. Мы дошли до отсюда. Все. Мы не можем уходить дальше. Мы просто не можем уходить дальше. Ребятки, все, мы дошли, мы до... Да. Ну, чуть-чуть уже увидели зрелище, так что давайте. Скоро увидим. Через секундочку. Пока. Сейчас увидимся. Ну, уже 100 баллов. Да, вот это 100 баллов, но вы еще не увидели все. Вы думаете... Стена? Что? Теперь посмотрите, это стена? Точно стена? Потому что я что-то чуть-чуть не понимаю. Все думаете, Келвин, все нормально? Да. Смотрите. Вот там. Ты что, не вздумай, если ты забрал эти тысячи... Ё-моё! Винтовки, это все винтовки, я ненавижу винтовки. Ребята, я хочу, ну, я очень хочу, чтобы вы меня поддерживали иногда. Просто сейчас у меня плохо вещи идут. В ТикТоке закончились уже делается видео. Ну, не хочет на него просто уже. Откуда 300, я не понимаю одну вещь. Откуда 300, это я не понимаю, реально. Откуда 300 взялось? Откуда 300? 400. Ну, кража. Нет, не вздумайте. Издевательство. Ладно. Ну, помните, пишите в комментариях, пожалуйста. Если это видео наберет 5 лайков, то я буду делать продолжение там с Fortnite. Ну, с чем вы захочете.
Если это видео наберет 10 лайков, то мы будем продолжать играть в Fortnite. Если это видео наберет, не знаю, сколько там, 5 лайков, и будет много комментариев, что мы хотим эту игру, будем играть в другую игру, и я это сделал, и это для меня... Да, умер. Это мой, это будет мой, это может быть мой. Гиес! Что она делала? Yes, надо туда, все. На. Ой, нет! Мне теперь надо идти, я не знаю, куда. Вот там, я правильно иду, я в правильном положении. Давай. Скорее. Я это сделал, нет, давай, скорее. Да. Так. Опа. Там мои, хорошо. Там мои. Тю! Ну так, блин, так не играю. Все так нечестно. Ты чего? О, привет. Кто моих? Ты чего моих убиваешь? Я не понял. Ну как тебе? Вас нравится. Скорее, главное, чтобы не выскочила, когда раньше времени. Да! Плюс 50. Вау, на. Ладно, я могу возродиться. Ребят, если это видео, правда, даже если сегодня оно наберет 5 лайков и много комментариев, давай за Майнкрафт, или Супер Манки Бол, или Лелосидиан Дагаур, Ковер, или Мотоджип, вы как хотите, это не мое дело, это просто не мое дело, вы выбираете все, что вы захочете. Это не мое дело, правда, я тут ни при чем. Это вы должны говорить, хотите ли вы видео, или вы не хотите видео. Да, миниганчик, миниган. Блин, да, с миниганом получше будет там играть. Что, реально? Пока. Я не могу. Если меня сейчас... Нет. Так, давайте. Скоро уже буду заканчивать видос. Ёшки. Потому что очень тяжело играть в таких условиях, когда тебя даже не дают ни разу. Ладно, 200 есть, но... Короче, давайте еще 5 минуточек и всем пока. Да. Потому что мне еще монтировать видео. У меня 20%, уже, наверное, 15%. Мне еще монтировать видео. Это очень много времени. Я не могу. Ну, я думаю, что я столько времени все делаю. Я думаю, достойно лайка. Ну, я так думаю. Оно очень достойно лайка. Лайк. Один лайк. Можно только лайк. Ничего себе. Прошло недоразумение. Сейчас упала камера, короче. Случайно. Я не понял как, но ничего. Ничего страшного. Я там вырежу все на монтаже. Не. Все, ребят. Последний раз. Это, наверное, все конец. Потому что... Нет. Ура! Я выжил. Ну, да, ребят, все. Давайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я это всегда говорю. И всем пока-пока. С вами я, Добрый Келвин. Да. Ставьте лайки. Да, ставьте лайки. 10 лайков, я делаю продолжение на Fortnite. Ну, если 5 лайков и много комментариев, просто выберу один комментарий, да, дам ему лайк и будем снимать этот ролик. Всем пока-пока!